один другого спрашивает, где ты был? Тот говорит, карасей ловил. А этот говорит, сколько поймал? Тот говорит, нисколько. А этот говорит, откуда ты тогда знаешь, что ты ловил карасей? Ну что, не уехали? Ну то есть, он же ничего не поймал. Откуда он знал тогда, что он ловил карасей? Стоит мой, как столб, не врубается. Вот даже не знаю, хорошо это или плохо. Смеяться, значит, вы все-таки умеете. Там, где не смешно. Ты не говорите мне, что этот анекдот. А это анекдот. Не смешно. Только не говорите мне, что над этим анекдотом еще кроме вас кто-то смеялся. Да слушайте, все смеялись. Я вот его 100 раз на рыбалке рассказывал. Каждый раз рыбаки как мертвая рыба полегли. Просто у вас у женщин мозги наоборот. А у вас как надо, да? Красиво не врубает. Чем пахнет мой шар? Ну, не тычьте мне его нос. Ну что вы, одеколоном каким-то? Хорошо, каким? А нет, это он пахнет, одеколон этот пахнет духами. Так. Нет, это сейчас. Идем дальше. Цветами какими? Какими? Ну что, такое ромашка, что ли, это? Нет, это календула? Ну, слушайте, это же гвоздика. Правильно. Гвоздичный. Вам, наверное, в армии каждый день такое выдавали. Гвоздика от Шанель. Руку! Что руку? Не думая. Отнимите правую руку. Ну что, съела? Ну где у нас правая рука? А что вы мне тычете в левую? Да потому что у вас у женщин мозги на бекрень. Какого цвета моя сумка? Ну, что, комбинация цветов, это каких цветов? Серо-буро-малиновый. Это маджента. Офсайд. Что? Вот что такое офсайд. Неважно.